Привет! Если вы дистрибьютор сетевой компании или когда-нибудь были связаны с сетевым бизнесом или что-нибудь слышали об этом, то наверняка вы знаете, что все сетевики самым главным знаменем, на котором они несут идею сетевого бизнеса, называют геометрическую прогрессию. Твой бизнес будет строиться на основе геометрической прогрессии, говорил я тысячи раз своим людям. Стоит тебе привести двоих, а не двоих, а те двоих, а те двоих, а те двоих. И через какое-то время у тебя будет 2, 3, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 4096 человек. Если все они там купят себе продукты, которые так необходимы им, то это будет на $100, допустим, то это будет твой товарооборот $400 000. И если тебе дадут 10% от этого, то вот твой чек 40 000 американских денег. Видишь, как здорово? Правда, именно так и должен строить сетевой маркетинг. Но, к сожалению, на сегодняшний день так не срабатывает. Далеко-далеко не срабатывает так. И получается, что это такая сетевая сказка. Причина? Потому что недостаточное дублицирование. Воспроизведение. Не получается я два, а они два. Не получается. В силу разных причин. И люди разные, и интересы у них разные, и много-много причин. Но одна из основных, на которые мы можем влиять точно, это методы работы. Подустарели. Многие методы просто неприемлемы сегодня в современном мире. Все вот эти холодные звонки, контакты с незнакомыми людьми, все вот эти списки знакомых, все вот эти вот посты и прочее в соцсетях, все это сегодня не срабатывает. Потому что информационный поток не срабатывает так, как надо. Информационный поток такой, что наше бизнес-предложение незаметно, не видно. Нам трудно просунуться туда даже. И поэтому люди, во-первых, не видят его как следует, а во-вторых, многие знают, что отказы, возражения из-за некомфортности бизнеса, они делают сегодня сетевой бизнес непрезентабельным для многих. И многие отказываются. И поэтому нет дублицирования. Вот ситуация, простыми словами, и каждый сетевик это понимает. Что надо сделать? У меня мечта. 26-й год я занимаюсь сетевым бизнесом. У меня есть мечта помочь другим людям, сетевикам, зарабатывать много денег. Для этого нужно изменить подход. И вот вы сейчас находитесь в новой системе, которую мы разработали для дистрибьюторов всех сетевых компаний. Система создана в Телеграме, называется «Спонсор Чат Бот». Этот спонсор будет работать за вас, помогая вам строить ваш бизнес круглые сутки. Круглые сутки. Он построен таким образом, что любой активный партнер, любой компании, если он будет просто выполнять работу, доступную любому для понимания, и для исполнения ваш бизнес будет наполняться новыми людьми. Потому что так работать, как мы вам сейчас покажем, таким образом делать сетевой бизнес, такие методы использовать в дополнение к существующим, захочет каждый. И тогда сетевая мечта о том, что бизнес будет расти с геометрической прогрессией, становится реальностью. И не 2-4, а 5. 25, 125, 625, вы представляете? 3125, 15625 и так далее. Эти цифры будут близки к реальности. Это значит, что вы начнете богатеть. Вы зашли сейчас по моей рекламе. Я дал рекламу на своем канале, на одном из 10. Вы нажали на кнопку и попали вот в этот раздел. Это называется раздел «Бизнес». И сейчас вам нужно
послушать, посмотреть, пройти по этим кнопкам, на которых написано короткий ролик, полная презентация, продукты какие, сколько можно заработать. По этим кнопкам вы, глядя на вот то, что я говорю, на мою презентацию, я презентую спонсор чат-бот, вы можете настроить свою презентацию. Презентацию на свою, о своей компании. Гербалайф, Эмвей, Арифлейм, Эван, Гринвей, Вертера, любая компания, в которой вы работаете. Вы можете настроить это. В коротком ролике, там, где кнопка «Короткий ролик», вместо моего вы поставите свою. Или можете оставить это, а можете поставить свой короткий ролик, в котором будет там минутный ролик какой-нибудь рекламный о вашей компании, который дает представление о вашей компании, о идее вашего бизнеса, или выступление вашего лидера какого-то, или ваше собственное обращение к будущим кандидатам. И по вашей рекламе, по вашим ссылкам сюда будут заходить люди и будут первое видеть обращение ваше о вашей компании. Я говорю о спонсор-чат-боте. Здесь будет стоять ваша презентация. Следующая полная презентация. Там минут 15 вы можете поставить презентацию своей компании. Вот уже подробная. Компания такая, такая, такая-то, идея такая-то, продукты такие-то, значит, история успеха такие-то. Значит, зная, что ниже будет возможность разместить информацию о ваших продуктах. И тогда там какой-то человек, который или вы сами, или какие-то доктора, или специалисты вашей компании расскажут об этих продуктах, и вы добавите информацию о том, как они работают, истории успеха, как человек снизил вес, как он помолодел, как он покрасивел, как работает этот продукт, как работает это, с историями. А ниже вы разместите, значит, как я это сделаю сейчас, вы увидите, информацию о вашем маркетинг-плане. Коротко, доступно для понимания, с примерами. Вот человек, как я, вот вы говорите, я вот 3 месяца в бизнесе, я достиг такого-то уровня, зарабатываю столько-то денег. А вот мой спонсор, он работает 5 лет, зарабатывает там $100 000. Ну и так далее. И таким образом у вас будет скомпонована грамотно и настроена презентация так, как сочтете вы нужным. Так, как помогут и подскажут вам ваши наставники, спонсоры. И теперь останется только лишь сделать так, чтобы на ваших каналах было много интересных чужих постов, чужих видео, роликов, к которым будут привязаны рекламные кнопки. Вы увидите, текст вы можете сами поставить или пользоваться нашими. И таким образом у вас начнется. Итак, я сделал вступление и рассказал вам о том, куда вы попали и к чему приведет использование спонсор-чат-бота. Вы станете успешным и богатым дистрибьютором. Потому что таким образом так легко и комфортно зарабатывать деньги по-новому в MLM-бизнесе захочет гораздо большее количество людей. Я вас с этим поздравляю. Итак, вникайте, разбирайтесь и начинайте действовать. Деньги и успех ждут вас. До свидания.